Объединяться и не нервничать, призвали лидеры ХДС и ХСС на совместном съезде в Мюнхене. Вошли во вкус. Румыны не собираются прекращать акции протеста даже после уступок правительства. Последний концерт Black Sabbath. Легендарные рокеры уходят со сцены. Объединяться и не нервничать призвали Ангела Меркель и Хорст Зейхофер друг друга и однопартийцев после резкого скачка рейтинга социал-демократов. На двухдневном съезде руководства ХДС и ХСС в Мюнхене политики обсуждали совместную предвыборную программу и неожиданно возросшую популярность своих политических конкурентов – партии СДПГ и ее кандидата в канцлеры Мартина Шульца. Ангела Меркель призвала своих коллег к единству, ведь общего у ХДС и ХСС гораздо больше, чем различий, подчеркнула канцлер Германии. Я совершенно уверена, что ХДС и ХСС вместе примут основы для общего предвыборного манифеста. Программа будет учитывать те проблемы, внешние и внутренние, с которыми столкнулась наша страна сегодня. На съездах наших партий мы подготовились к общей работе, а здесь мы обсудим вопросы внутренней и внешней безопасности и сплоченность немецкого общества. Я уверена, что мы придем к общему знаменателю, ведь у ХДС и ХСС так много общего. Глава ХСС Хорст Зейхофер убеждал коллег не нервничать по поводу высоких рейтингов социал-демократов. Лидер Христианско-социального союза уверен, что коалиция его партии с ХДС сможет набрать не менее 40% на выборах в Бундестаг. Его однопартийцы также излучали уверенность и оптимизм. Нынешняя ситуация показывает, что нас ждет очень интересная и интенсивная избирательная кампания. Но парламентские выборы – это марафон, а не спринт. Господину Шульцу придется постараться, чтобы не выдохнуться на последних метрах. Пока что главный камень преткновения между ХДС и ХСС – миграционная политика. Хотя уже понятно, что партии пойдут на выборы в коалиции, а единым кандидатом на пост канцлера будет Ангела Меркель. Протестующие в Бухаресте намерены продолжать демонстрации, несмотря на уступки правительства. Кабинет министров на внеочередном заседании отменил указ о декриминализации некоторых преступлений, связанных со взяточничеством, который и вызвал в стране массовые антиправительственные протесты. Несмотря на то, что власть выполнила требования участников демонстраций, люди не собираются расходиться по домам. Это протест не только против правительства, это революция против политического класса. Мы хотим отставки правительства, отставки парламента и новых выборов. Это требование революции. Напомним, 1 февраля правительство Румынии внесло изменения в Уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления. Изменения предусматривают, что уголовные дела не будут открывать против чиновников, которые нанесли государству ущерб менее чем на 200 тысяч лей. Это почти 48 тысяч долларов. Указ, который позволял декриминализацию должностных преступлений, должен был вступить в силу в полночь 10 февраля. Сотни тысяч румын вышли на демонстрации, требуя отменить скандальный указ. Таких массовых и длительных акций протеста в Румынии не было со времен свержения диктатора Чаушеску. Люди будут продолжать оказывать давление на это правительство, чтобы оно ушло в отставку. Они не успокоятся после того, как отменят этот скандальный указ. Скорее всего, протесты будут продолжаться с требованием посадить коррупционера в тюрьму. Теперь народ хочет отставки правительства. Хотя неизвестно, какой будет новая власть. Я был бы счастлив, если бы были досрочные выборы, но это практически невозможно. Акции протеста продолжаются в Бухаресте и других крупных городах Румынии. Легендарная британская хэви-метал-группа Black Sabbath завершила концертную деятельность. В родном для музыкантов городе Бирмингем прошло последнее в истории выступление коллектива в рамках прощального тура «The End». «Просто сумасшествие», — говорит Оззи Осборн. «Я помню, когда мы записали наш первый альбом, я подумал, ну да, пару лет продержимся. А это оказалось настоящее счастье. Моя жизнь сложилась наилучшим образом». Концерт Black Sabbath прошел в концертном зале Гентинг-Арена, рассчитанном на 15 тысяч зрителей. Посмотреть на последнее выступление Оззи Осборна, Тони Айоми и Гизера Батлера приехали люди со всей страны. Это исторический коллектив, их последний тур, последний концерт. Мы должны были быть здесь. Этот день войдет в историю, говорит фанат. Группа Black Sabbath образовалась в Бирмингеме в 1968 году. Она оказала заметное влияние на рок-музыку и хэви-метал. За время существования коллектив записал 12 официальных альбомов. Последний из них вышел в 2013 году. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» n-z.tv и на наших страницах в социальных сетях.